работы по модернизации пруда продолжаются. Я уже завез камень. Сейчас придет еще. Но декоративные работы немножко откладываются, потому что по просьбе хозяев мне пришлось расширить этот пруд. Немножко подкорректировать береговую линию, потому что она была очень неправильно сделана. Ну и сейчас начинаем же самое большее часть этого процесса. Пленки достаточно для того, чтобы водная гладь уже распространяла достаточно широко. Позволит воде быть внутри этого бассейна. Сейчас я приступаю к этому самому. Ну вот, процесс идет своим чередом. И потихоньку вот облетает свои черты. Ну вот, как видите, это обычно каждому камушку находит свое место. Практически все до единого камня.